Ребят, всем привет, Курай Халк вас приветствую. Предлагаю вам сейчас посмотреть видео из рубрики «В мире животных», которое произошло в Киеве. Не судите, потому что из диалогов там вообще непонятно, кто прав, кто виноват. Вначале мне казалось одно, потом оказалось другое. Давайте расценивать эту ситуацию, как это просто в мире животных, и мы за этим наблюдаем. Лично мне интересно поведение собаки, на которую явно хозяин рассчитывает, и который переоценил не только свои возможности, но и возможности своего питомца. Кстати, питомец оказался намного умнее хозяина и раз 10 давал ему понять, что пора сваливать. Но хозяин оказался твердолобый, к своему несчастью. Собственно говоря, это яркая иллюстрация того, как неподготовленная собака будет вас защищать. Что является очередным доказательством, что если вы хотите полноценную защиту, вам придется делать курс защитно-караульной службы. Бонусом к этому видео вы получите коротенький кусочек, как Халк попал вместе со мной, плюс-минус такую же ситуацию, и как будучи подготовленная собака, он себя вел и охранял свою семью. Хочется сказать приятного просмотра, но не в этот раз. Вась, держи собаку. Вась, мы очень любим животных, держи. Вот там мы не просто гарантия. Бить не будет, понял? Ем, бить. Хочешь собаку поставать, а? Иди, иди. Иди, иди. Иди туда, садись. Иди туда. Тут я... Сейчас я скажу вам. А, так ты еще и женщину поебал хотел. Да, да, да. Тебе пизда, гуся. Тебе пизда, Вася. Тебе пизда, дура. Давай, 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 тело. Ну, 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 ну. Ну а теперь от той ситуации, которая, собственно говоря, произошла со мной. Я приезжаю на частную территорию, на нашу территорию, находим там два тела, которые абсолютно не в адеквате, которые абсолютно не понимают русский язык, но прекрасно знают, что вызов полиции вообще, собственно говоря, ничего не решает, и не факт, что она вообще на этот вызов доедет. У меня в машине находится Халк, я до этого опустил окно, Халк находится в ударном наморднике, я его не вынимаю, максимально долго ребят уговариваю там успокоиться и уйти. Чувствую, что если физически нужно будет что-то противопоставить этим людям, у меня все получится. Но в какой-то момент эти люди на меня набрасываются. Я абсолютно спокойно отбиваюсь, знаю, что Халк у меня в ударном наморднике, командую Халк ко мне. И посмотрите на реакцию людей, когда они видят питбуля, который выпрыгивает, как они начинают себя вести. Это при том, что эти люди еще 2 секунды назад хамили, посылали и так далее и тому подобное. Сука, не... Халк, ко мне! Ко мне! Убери собак! Я не распускаю руки. Ко мне! Я не распускаю руки. И напоследок хочу сказать, что мою ситуацию конкретно разрулил Халк. Когда люди увидели, как по команде питбуль в ударном наморднике выпрыгивает в окно и садится у меня между ног и начинает сканировать все угрозы, все желание хамить, драться у них отпало. Единственная вот эта вот атака Халка на последнем фрагменте, это когда на меня пошел человек, Халк выскочил без команды вперед, пресек это движение и вернулся обратно мне в ноги. Халк переехал их морально. Но я все же вам рекомендую, даже если у вас обученная собака, обходите темные углы, потому что такая ситуация никому пользы не принесет. Даже если вы будете правы, поверьте мне, наши правоохранительные органы у вас выпьют столько крови, что вы 300 раз пожалеете, что вы в ту минуту оказались именно в том месте. Итак, надеюсь, мое видео было полезно. Всем добра!